Странно, но ко мне никогда не придут, не откроется дверь. Это странно, но у меня никогда не пройдет эта нервная дрожь. В глубине кинозала растет мое чувство вины и потерь. Это странно. Никогда не забыть себя, этот финал, ну и что? Здесь сценарий у каждого свой, это только внутреннее. Что разорванная душа кровоточит и плачет навзрыд, ну и что? Не поможет теперь даже лучший мой друг героин. Я один на один. Не приходят ко мне мои мысли. Не приходят, как будто зависли. Не приходят, как будто устали. Не приходят, наверное, меня потеряли, теряли. Но я знаю, здесь диагноз у каждого свой, это только внутри. Но я знаю, что разбитая нахер душа кровоточит и плачет на взрыв. Но я знаю, не поможет тебе даже лучший мой друг героин. Я один на один. Но я знаю, здесь диагноз у каждого свой, это просто внутри. Но я знаю, что разбитая нахер душа кровоточит и плачет на взрыв. Но я знаю, не поможет теперь даже лучший мой друг героин. Я один на один. Я останусь один. Не приходят ко мне твои мысли. Странно. Это странно. Это странно. Это странно. Марина Сергунова. Алексей Яшин! Спасибо. Спасибо, друзья. Но мы не прощаемся с тобой, мы сегодня тебя еще увидим. Окей. Я всегда за любой кипиш. Спасибо большое. Друзья, спасибо! Спасибо. Просто золотой человечек. Вы знаете, для меня эта песня, она как бы очень важная, очень личная, очень внутренняя. И когда человек поет именно с теми эмоциями, которые я вкладывал в эту песню, для меня это, знаете, больше, чем песня. Огромное спасибо, Марин, тебе.